Молодые журналисты приняли участие в опросе для программы «Все по-взрослому» на телеканале «Кубань-24». Одна из участниц опроса, Юлия Котельникова, привыкла стоять по обе стороны видеокамеры. Прямо во время образовательных занятий девушка снимает ТВ-сюжет. Для меня ТВ – это знакомое. Больше нескольких лет я занималась в профессиональной студии. Мои эфиры были, точнее, мои сюжеты были в эфире. Вот, и как бы я пришла сюда работать, усовершенствовать свои навыки, вот, и для меня это, правда, бесценный опыт. Ведущий педагог медиашколы, руководитель детских программ телеканала «Кубань-24» Екатерина Котеева рассказала, как создать видеоконтент, который наберет больше миллиона просмотров. О конвергентных медиа и качествах современного журналиста участникам медиафорума рассказала директор медиашколы Дарья Новицкая. Журналист должен уметь сейчас действительно многое: выехать в поле, записать интервью, сделать какой-то видеоблог, анонс и репортаж, и записать какое-то аудио на подкаст. Да, мы говорили об универсальности и о том, что сейчас очень нужно быть таким многоуровневым специалистом. Каждый день у молодых журналистов наполнен образовательными занятиями и мастер-классами от экспертов в области журналистики. Итогом смены станет создание проектов работы современного медиа-центра.